Махачкалинской больнице прошли ночные пожарно-тактические занятия. По замыслу, на четвертом этаже здания произошло возгорание в кабинете старшей медсестры. Огонь стал распространяться по сгораемым материалам во все стороны, образуя при этом сильное задымление в помещении. Тушение таких пожаров осложняется большим количеством людей, которые могут находиться в здании. Огромную роль играют действия персонала больницы, ведь именно они еще до прибытия пожарных подразделений производят эвакуацию. На место происшествия прибывают огнеборцы. В здании находится девушка, которая не может выйти на улицу самостоятельно. Специалисты газодымозащитной службы незамедленно приступили к поискам пострадавшего. Через несколько минут ее обнаружили, вывели на свежий воздух и оказали первую доврачебную помощь. Тем временем пожарные расчеты оперативно и грамотно ликвидировали условный очаг пожара. Как пояснил начальник 7-го ПСЧ Салман Мамедов, в ходе занятий отработано взаимодействие личного состава и медицинского персонала по эвакуации людей при тушении условного пожара. Все участники успешно справились с поставленными задачами.